Ульяновским садоводам компенсируют расходы на 12 поездок в общественном транспорте. На компенсацию могут рассчитывать пенсионеры, безработные, семьи с доходом ниже прожиточного минимума. А в период летних каникул выплаты могут оформить школьники и студенты очной формы обучения. За компенсацией нужно обращаться в МФЦ. И сделать это можно один раз в срок с 1 мая по 31 октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 37 31 31. Последний звонок для ульяновских школьников прозвенит 25 мая. В этом году в области со школы попрощаются более 16 тысяч выпускников. Сейчас ведется активная подготовка к взлетной полосе 2019, которая состоится 27 июня на главной площади Ульяновска. Выпускников ждет концертная программа, выступление популярных рэп-исполнителей, дискотека и салют. В этот же день запланировано вручение аттестатов. Власти отказались от идеи сделать участие в переписи обязательным. Об этом сообщил глава Росстата журналистам в ходе расширенной коллегии ведомства. Всероссийская перепись населения 2020 года станет, вероятно, последней, которая пройдет в традиционном формате. Но и при ее организации будет использован ряд кардинальных новшеств. Росстат планирует использовать возможности участия в переписи через аккаунты в портале госуслуг, а также переписывать граждан в МФЦ и отделениях Почты России.